Внимание! Следующий процесс является моим собственным экспериментом. Любые совпадения являются случайными.
проделанной работы полученный результат впечатляет. Остальная часть каменной породы была переработана без видеосъемок. Полученный осадок еще несколько раз растворялся и восстанавливался от грязи, пока не достиг соответствующей чистоты. Внимание, это золото не из компьютера. В поисках оксидного золота этот невзрачный камень я обнаружил случайно. По его необычному цвету я взял образец для анализа и получил положительный результат. До этого были проверены десятки разных других пород и камней, которых анализ был отрицательным. Поиски продолжаются. По крайней мере, есть один положительный результат. А если приложить терпение, то можно найти месторождение, от которого выручка может достигнуть от 100 грамм и выше. Информативным или поучительным, как я уже сказал, это всего лишь собственный эксперимент. Пока могу лишь показать результат. Возможно, следующее видео будет более-менее информативным. И кстати, на этот раз я использовал не пиросульфит натрия, а немного другой химреагент. И напоследок, выводы делайте сами, какой вариант вам подходит больше всего.